обращайте внимание на мой причесон. Я знаю, что он у меня очень классный, мне он тоже нравится. И самое главное, что хочу я вам показать, сейчас я варю супец. Очень вкусный. Такой супчик. Тут фарш, морковка, ну вы сами все видите, капуста, разный-разный такой супчик. И сейчас мы пойдем встречать Мишку с работы. Супчик я уже выключаю, он готов. Встретила Мишку. И сейчас мы пойдем в магазин, как всегда. Ничего нового. Но очень интересно, наверное. Хотя, не знаю. Смотрите, решайте сами. Мы пойдем в магазин, купим что-нибудь вкусненькое. Я очень хочу апельсин. Нет, я очень хочу апельсин. Вот когда пятница, вот вообще жесть. Вот ты что-нибудь такое, знаешь, вкусненькое хочется поесть. Такого запрещенного чего-нибудь. Какую-нибудь икру вкусную. Нет. Совсем тысяч. Ага. Чтоб не хотелось есть вообще. Куда? Ой. А ты куда будешь коня-то привязывать? Уже. Там я привет. Вот наш. Это уже магазинчик сделали. Мы тот не показывали, который ресторанчик. Вот сколько в пятницу людей. Даже столы заказаны, наверное, на день рождения. Такая красота у нас там сейчас. И все пьют, главное, в пятницу. Может, вино бесплатное. Ага. Я даже записываю. Ладно, не буду этим заниматься. Вот сам тебе надо, тут света смотри. Маковку мы привязываем. Коня. Пойдет. Эй. Так, мы коня привязываем. Коня. Своего. Вот так. Хлоп. Хлоп. И хлоп. Так, садись. Конь. И заходим вот так. Берем апельсины. Чего? Апельсин, да, мешок. Ты проверяешь, чтобы они мягенькие были. Ага. Апельсины. Что тут? Корень имбиря, лимон. Давай, из мешка 4 не меньше. Либо киви. Вот сюда взяли. Там. Лимоны вообще. Бананы. Перчики красивые. А ты где? А? Ананас. Ананас? Да. 100 рублей. Я что-то не знаю. А что? Это так вкусно.
О, она так вкусно пахнет. Пока нужно 139, зачет типа по акции. Сейчас 179, так что. А она внутри как вкусно пахнет. Еще классно. Черная смородина. Это лимон так-то. Я сам уже забыл. Давай, давай, клади. Он скажи. Так. Может авокадо? А, авокадо что-то 70. Одну. Это зайчики. Это что-то уже. Ну, она так начала висеть. Нормально? Да, только вот верхнюю так хорошо. Берем? Да. Куда они так вкусно пахнут вообще. Смотри, вот какие. Какие вкусные. Ну, уже слюни текут. А что, она смородинка пахнет? А это голубика. Она свой. А что-то ничем не пахнет, мертвый вообще. Все что ли? А морковки есть? Лучок? Скучно там. Морковочку можно взять. Вот это. А лук? Ну вот это дерьмовый лук. Очень плохой. А мы так-то берем, мы вот это берем, 48. Вот этот вот мой пучок. Аж корзинка красивая. Пицца? Давай посмотрим на нее. Какая пицца? Если заказывать, то лучше. Давай испытывай. Какая-то скучная. Старше. Роллы. Тоже какие-то невкусные. Я в шоке. Йоркшир реальный. Да? Я за это. Угу. Ой, так пахнет вот невкусно. Твои сыворотки не достать? Да. Не достать? Ага, доставай. Ага. Что, она упрыгает? Нет, достать-то можно, только весь испачкать. Глубоко плавало. Какую тебе? Для этого достать? Да любую хватай. Так, что мы купили? Морковку, это вы видели, вот мы шипаж взяли. Мяско. Хлеб для макки. Кабачки. Вот, я еще творог захотела, да. Макарошки. Это сметана. Вот такой взяли. Попробуем. Творог, да? Пока это все. Что-то еще будем брать. Что не слышно? Нормально? Что ты мне указываешь? Мы сегодня ужинаем. Показывай, какой вот суп. Такой суп. Вообще вкусный. Ага. Который я выбрала. А я! Ну дай покажу. Я, короче, начал есть всякую ерунду, булочки, думаю, нет еды. А там суп вот такой вкусный стоит, скрывает заяц от медведя. Купили мы, значит, творог. Кислый. Не покупайте творог. Вот из этой компании. Так, 5%. Написано 14 числа. Еще по ей 5 дней. Ой, еще творог. Ну, если это свой творог, ну, вообще такой кислючий есть его невозможно. А вот купили сметану, она сметана как масло.
Еще масло такое. А сколько там процентов списано? Продукт при... 33-35% жирности. Ни хрена себе. Даже в магазине такой не... Вот она как есть, как масло. Ну, вот сметанка вообще отпадная. Угу. Масло там мелко. Вот. Угу. Еще сыр вот этот купил, но он соленый. Мне не понравился. Я с этим. Написано типа как филка, но это не филка, чезария. Он такой соленый, зараза. Фу. Да сметана. Да хрень это. 50% сметана. Смотрите, я свой сам... Куда ты? Даю яблочко, да? Будешь яблочко? На, бери. Смотрите, как раз есть яблочко. Удобно. Твердое. Зубки, свои зубки. Хорошо, зеленые яблоки хорошие. Лапы, ты держи. Ох, как она яблочки тебе. Все по шерсти своей же. Ну, вчера вылизывается, бывает. А вы мыкли. Ну, так у меня аж самой слюни текут. А, сочная. Кушай, девочка. Классный привет. Я думала, сейчас грамм пополам. Ну, у меня же ведь не руки. Конечно, зеленый яблоко у нас еще не ела. Как бы не блевала потом. Ну, вдруг там кислота или еще что-то. Но они же все равно кислее, чем красные. Да, помогу тебе. Ладно, не забираю, не забираю. Ешь. Ой, как вкусно-то. Кстати, зубы эти десны кровоточат. Ура. Вообще кровоточат. Я же сильно на отделении. У меня же все слюни связала. Ну фу, не лежи пол раз. Пол-то хоть не лежи. Вкусная яблочко была. Вкусная. Любишь мамку, да? Любишь? Да ладно, не надо мне всю лизать меня. Фу-фу-фу. Ну три раза.
здесь.